Вітам панства. Дичай мамы темат акцент в языку польским. Рассмотрим с вами сегодня тему ударения в польском языке. Ударение в польском языке немного отличается от русского языка и украинского языка, но является очень понятной и доступной темой. Ударение является фиксированным и падает на предпоследний слог слова. Давайте рассмотрим с вами конкретные примеры. Мамы тутай вырос телефон. Tutaj mamy trzy sylaby i akcentujemy drugą sylabę z końca wyrazu. Telefon. Dalej, komputer. Druga sylaba, tutaj akcentujemy komputer. Student, gazeta. Но, как и во всех правилах, в ударении в польском языке есть некоторые исключения. В слове университет мы ударяем третий слог с конца слова. Далее, слова с суффиксом «ик» ударяются также на третий слог с конца слова. Грамматика, музыка, также третий слог в слове ударяем в формах прошедшего времени, первого, второго лица, множественного числа. Читались мы, читалище. Исключением является также условное наклонение в формах единственного числа. Я читал бы, я читал бы, он робил бы, он делал бы. И четвертый слог с конца слова ударяем в формах условного наклонения множественного числа. Мы могли бы мы, вы могли бы ще. Если вы хотите более подробно узнать о данной теме, приглашаем вас на занятия курсы польского языка от фирмы Евростади.